сюда что пришел? Черт возьми, говори! Уходи! Живо! Брайс! Ты должен знать! Макаров знает! Юрия! Думал, что тоже смогу. Так откуда, черт бы тебя побрал? Макаров знает тебя. Я был молодым патриотом, когда познакомился с Владимиром Макаровым. Юра, проснись. Захаев не хотел бы, чтобы ты это пропустил. Эта сделка принесет нашему движению миллионы. За деньги можно купить многое. Даже власть. Здесь мы начинаем путь к будущему, мой друг. Что значит маловато? Терпение, парень. Жди удобного момента. Цель уничтожена. Кажется, ты ему руку оторвал. Шок и потеря крови его добьют. Захаев не забывал о том, что мы тогда сделали. В награду мы получили власть. Но власть развращает. Сегодня мы покажем миру нашу истинную силу. Возможно, тебе тоже немного. Выполняй. Давай. Отправить в небытие несколько тысяч человек одним нажатием кнопки. Внимание всем войскам США. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Команды по ликвидации пытаются обезвредить устройство. Повторяю, подтверждена опасность. 5 лет назад я за какие-то секунды потерял 30 тысяч человек. А этот дерьмовый мир просто наблюдал. Ничто не остановит. Даже ты. Помните, ни слова по-русски. Русским солдатам, а не убийцы невинных. Но для него это значило, что я теперь враг. Что ж, Юрий, чуть-чуть времени ты выиграл. Пока что.